Вот эту светящуюся березу я увидал. Потом я уже увидал свою крепость вдали. Сейчас. А, вот моя эстакада, кстати, еще одна. Вон она, крепость. А, кажется, я понял, да. Вот эту эстакаду теперь надо мне с той связать. Давайте сейчас заморочимся. Быстренько, я думаю, что это много времени не займет. Эту эстакаду свяжем с той. И будет нам счастье. Так, у меня еще есть, не волнуйся. Того булыжника я накопал. Бурил тут опять себе проход. Так, ну давай как бы вот здесь повысимся немножко. Конечно, это смотрится со стороны довольно уродливо. Вот так. Там свинья гуляет. Сейчас, 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 ребят. И потом мы отвалим уже в мою крепость. Там я просто сгружу урожай. А дальше посмотрим, как у нас что будет. По идее, конечно, везде здесь проложить сеть железных дорог. А ну, пустите меня. Вот по этим вот эстакадам везде пустить железные дороги, это было бы, конечно, неплохо. Че, опять я пришел к листу. Вот, смотри, а вот здесь что у нас интересно? У нас тут уже пещера наблюдается. О, подожди, стоп, 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 подожди, подожди, подожди. А вон она. До эстакады еще до той, как далеко. Ё-моё. Ну да ладно, давай это так делаем. Так вот. Так даже быстрее. Так, ножницы. Ножницы, ребята. Ну и что тут? Давай так положим. Да, ну вот, по крайней мере, до этой горы мы дошли. По-моему, это она и есть. И вон до той эстакады, блин, сейчас, конечно, лень это доделывать, но ладно, придется. Так, давай вот так. Так. Так, у меня уже заканчивается булыжник, 39 штук, а что такое вообще, это мало. Ну, если не успею, в смысле, не хватит материала совместить. Ну, что теперь делать? Так, это обрубаем. Да, по-моему, сейчас вот я достану уже. Вот через так, так. И здесь. Нет, неправильно. Нам надо как-то вот под низ туда заглянуть. Вот черт, не получится. Получится. Черт, а. Вот отсюда. Ну-ка я допрыгну. Не допрыгну, мне кажется. Так. Ну вот я думаю, что вот так мы сделали, совместили. Все, теперь можно идти в крепость.